Привет, с вами Демон Сталкер, это игрушечка Dawn of Man, рассвет человечества. Мы с вами будем строить небольшую деревушку, которая из века в век будет расти и развиваться. Разработчики данной игрушки разрабатывали игрушку такую, как Planet Base, и много оттуда перекочевало. Понимаете, ну, интерфейс, там, трейды будут приходить, там, ну, развитие все вот это. Ну, и это более расширилось и стало более интересно. Так что, сажитесь поудобнее. Погнали. Туториал пройти. Да, теперь нет. Не хочу я. Сразу начнем. Стартовая позиция. Может быть, он вот так здесь. Интересненько будет. Так. Демон Виль. Как всегда, обычно название деревушек. Ой, хардкор. Нормал, блядь. Хардкор нормал. Нет, больше ничего, не изи. Есть только хардкор и нормал. Ну. Старт. Надеюсь, меня за музыку не забанят. То YouTube придирается, распускает руки. Ладно, шучу, все нормально. Долгая загрузка. Нажмите любую кнопочку. Нажал. Вот она, наша деревушка. Так, а интересно, можно... Ух ты. Какое-то... Так, первым делом... Давайте еще сделаем... Сюда. Так, storage для камня. Для камней тоже две штучки сделал. Так. Продукт, где мы будем сушить кожу. О, можно зажать shift и сделать сразу три штуки. Так, нам добыча. Рыбы. Так, и еще. Очень знакомое местечко. Многие здесь тоже начинают играть, да? Так, давайте сторидж сразу и такой построим. Так, нам надо... Сбор вот этого, сбор вот этого, Алло.
от этого сбор. Так. Веток, да, обязательно здесь. Так, еще надо сбор веток. Где? Где, интересно, есть? Рядом еще есть. Это мало. Вот, тут здесь полно веток. Отлично. Так, какой-то у нас, ага, глаз есть, глаз алмаза. Так, глаз алмаз. Это кто? Давайте попробуем поохотиться. А как убрать-то глаз алмаз? А, это пауза. Уф. Ну, носорог, срок, срок идет. Так, ага, у нас и муж и нету. Не, что-то пошли, пошли охотники. Пошли охотники. Вот он охотится. Давайте посмотрим. Он один на носорога. Смеетесь? Ух ты! Как это снять? Завалили в итоге. Ну, у нас один человек пострадал. Надо будет резиденцию построить. Так. Где-то вот так будем строить, ну, пока что. Одно можно построить вот здесь. Так. Это стон, стон. О, мано. А то, что мы вот это на памяти
Понятно это. Вот, флинт. Так, 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 будем маленько флинт. Вот еще один. Так, у нас есть очки. А. Так, очки развития. Статистика. Лимит. Что у нас вообще здесь есть? Вот. Нам надо... Давайте сушилку для... Для мяса. У нас вроде она вот здесь, да. Так. Поближе. Сделаем штучки. Две. Так, это молодой. Вот, флинт еще. Пока флинта нету, пускай строит. Вот это. Жаль, мы одного потеряли. Камни. Так, рыбу добывают. Отлично. Самое интересное, нам надо все же... О! Охотиться вот на взрослых. Все-таки будем охотиться. На медведя не пойдем. Медведь. От медведя можно грести сейчас. Потом еще построим вот это. И... Так. Можно построить типа поклонения. Давайте построим рядом, ну где-то вот здесь. Здесь
это еще медведи, блин, опасно могут напасть. О, вот он, старый буйвол, тоже интересненько сделать его. Так, высушили кожу, будет. Будут строить. А, первый, давайте первый приоритет поставим на дом. Хоть один дом. Он тоже один, можно тоже. Ну, давай пока отключим, пока нет флинты. Деревянные копья можно еще понатыкать. Достаточно. Так, давайте увеличим скорость. Пошел охотник. Пошел. Будет гнать свою добычу очень далеко. Этого можно, в принципе, добить. Еще нету пока очков. Можно выставлять вручную, чтобы они собирали.
каких-то взрослых тоже поставить, но не уйду. Почему они по одному ходят? Почему они ходят по одному? Очень странно, он ходит почему-то по одному. Многих шли по двое. Мы еще одного человека потеряли. Ну, надеюсь, люди скоро придут. На форест. Вот здесь. Вот и здесь есть. А сбор там ягод. Давайте отменим. Хотя бы одного оставим. Вот это было надо добить. Добить его. Все, убил. У нас будет мясо. Отлично. Элис. Здесь есть сбор, нету? Далековат, конечно, но... Так, давайте увеличим скорость. Пам-пам-пам. Так, все. 4 очка у нас. Очень важно сделать вот это. Yeah.
Офигеть, медведи пришли. Так, можно собрать остатки. Так, очко, очко, да, нам дали. О, отлично. Так, бонс, спир. И три таких сделаем, ага, пока что. Можно добить, бать. Было-то будем добивать. Вручную стоят и все равно ничего не делают. Поставить. Ну, здесь специальный серп нужен, так. Это, до этого еще нам далеко, далеко до этого земледелия. Надо заново. То есть это у нас сбор хворост. Здесь стоит, стоит, стоит. Вот у нас еще здесь полно. Все, наверное, сезон уже другой. Давайте приоритет. Хотя бы одну достроить. Так, на паузу трейд пришел. Так, это что такое? Да у нас тоже мясо, кости у нас все есть. Может, ему одежда?
Что это вообще? Пульс? Что-то съедобно, мне кажется. Одну одежду можно дать. Одну шкуру, одно мясо, одну эту. Так. Две шкуры. Можно управлять людьми вот так. Это ребенок причем. Все, пускай еду просто принесет. То, что здесь медведи, это очень опасно. И Флинт так не собирает. Я думаю, что, ребята, на этом закончу вот такой первый обзорчик данной игрушки. Будем развиваться дальше, естественно, так что. Кому понравилось, ставьте лайкосики и ждите всегда продолжения. Пока.